президент США Джо Байден встретился с военными 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая находится в Польше. Глава государства поговорил с военнослужащими и удостоверился в их боевой готовности. Затем он вместе с ними поел пиццу. Некоторые военнослужащие поговорили с ним и сфотографировались. После этого Байден начал встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Они обсудили гуманитарную помощь украинцам и реакцию союзников НАТО на ситуацию с беженцами.